инспектор, графон, патент, есть. Да, много всего, смотри как. Пеленки. Экспорт only. Экспорт only. Что, не помещается, да? Помещается. Безразмерная машина. Ну, как-то так. Резиновая. Резиновая? А? Дети же есть у всех там, да? А, ну да. У кого-то дети. Детские. А, это девчата там разберут. Сколько едет вот в эти ветклиники. Спасибо, это же представить себе не может. Людям жрать нет. Но собаку или кота привезут, вылечат, любые деньги отдадут. Это дурдом. Да. Я никогда не думал. Я говорю, Мариуполь пережил такое. Ну, все, там люди удачи. Под бомбежками сидели. Я от Мариуполя 10 километров живу. Я этого не видел. Ну, я видел, ну, со стороны. Но такого я не видел. Круто. И чтоб вот так относились к скотине, ну, извините, конечно. Я думал, там и собак поели. Честно скажу. Я думал, мы собак поели. А оказывается, там люди сидели, собаки вылазят. Вот такие все пухлые, здоровые, жирные, накормленные. Я говорю, ё-моё, я думал, вы их съели. Ну, когда, ну, мы с Лёшкой вот увиделись тоже, да. Да это пипец. Это пипец. Все так весело начинается, да? Чуть не снесли зеркало, чуть не застряли в поле. Сейчас ни хрена не видно. Нет, надо по-другому к этому относиться. Ну да. Они хотели, но у них не получилось.